Здравствуйте! Представляем вам новую услугу «Говорящий банкомат». И сам не знаю, новая какая-то. Не волнуйтесь, услуга бесплатная. О, ну ладно, это хорошо. Для продолжения работы просто скажите «да». Да. 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 Икши. Да. Какой сервис? Введите пин-код, и мы продолжим работу. Как прошел ваш день? А? Ну, замечательно. Хорошо. Неплохо. Хотелось бы деньги снять. А для этого надо работать. Назовите ваше имя. Алексей. Я Маша. А, меня зовут Андрей. Меня зовут АТМ-790. А как вас зовут? Меня зовут АТМ-295. Даша. Снежана. Серьезно? Да. Назовите первую цифру вашего пин-кода. 4. 8. Никогда и никому не говорите цифры вашего пин-кода. В целях безопасности мы зашифруем сообщение. Если первая цифра вашего пин-кода 1, скажите 8. Если 2, скажите 3. Если 3, то 17. Слушай, вы меня со своей бухгалтерией что-то запутали. Тогда просто введите пин-код. Я должен удостовериться, что именно вы владелец карты. Назовите дату вашего рождения. 07-12-87. 10 января. Неприлично спрашивать у девушки, сколько ей лет. 15 мая 74 года. Ответьте на контрольный вопрос. Кто поет эту песню? Из интернета тут какой-то пляшет. Это псай. Будьте здоровы. Спасибо. Вы можете выбрать язык общения. Французский, немецкий, итальянский или белорусский. А куда тут жать или сказать можно? Просто я скажите. Блондинка. Французский. 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 ЗВТМ. Не знаю, ЗВТМ. Je m'appelle Bancoma. Привет, Вася! Эй, красавец, как дела? Сменить! Готов ли ты пообщаться со мной, может быть, немножко на других тонах? Paris Saint-Germain. Нет, не готов, сменить! Снежанна! Видите, вот там мужчина в черной шапке. Да. Рядом с ним моя бывшая. Хочу, чтобы вы танцевали со мной. У нее на виду. Не знаю, говорящий банкомат. Карина, скажите, рядом с вами стоит сейчас подозрительный человек. Если это ваш молодой человек, подтвердите это. Да. Вы знаете его? Мне да. Не надо вызывать полицию? Нет, не надо. Поцелуйтесь прямо передо мной. Иначе я вызову полицию. Карина и Яков. Да. В этот прекрасный день властью, данной мне банком и разработчиками, объявляю вас Кариной и Яковом. Спасибо. Вы будете отправить социальное путешествие. Если вы хотите получить бонус от Сбербанка, спойте песню. Проснись, пой, проснись, пой, попробуй жизни хоть раз. Куда идет король? Большой секрет, большой секрет, большой секрет. Тома, Тома. Выходили из дома, Тома, Тома. Я страдаю дома. Какую? Забросай меня цветами, зацелуй меня глазами. А я всегда иду ему во след,
величеством хотим мы уберечь. Кто тебя выдумал, звездная страна? Ну что же ты, студент, игрушку новую нашел? Хватит? Нет, продолжайте. Тихо навстречу мне. Хорош? Замечательно, и как я обещал, вы получаете бонус от Сбербанка. Это видео в качестве бонуса мы выложим на YouTube. Ты мне понравился, зеленый. Пока. Стой. Подожди. Мужчина, ты вот просто так уходишь после всего, что между нами было? Обними меня. Обнимите меня. Спасибо, дорогой. Спасибо, приятно было пообщаться. А с ней нельзя? Можно с ней и со мной. Зеленый, синий.